Привет, молодые люди, меня зовут Эрик, и сегодня я вам готов презентовать нашу новую игру на Сабершоке. Новый режим Among Us. Мы долго старались, мы долго это планировали сделать, и наконец-то это свершилось. Вы можете уже сейчас зайти на Сабершок и поиграть вместе с друзьями в этот режим. И самое главное, что он отличается от обычного Among Us. Если обычный Among Us играется в 2D, то сейчас ты играешь в 3D и плюс от первого лица. Это необычно, как минимум, а как максимум это сделано очень хорошо. Чтобы зайти на этот режим, тебе всего лишь нужно зайти на Сабершок, выбрать Among Us и выбрать свободный сервер, куда ты можешь зайти. К примеру, тут один человек, можешь зайти поиграть с рандомами, можешь зайти сюда, можешь зайти сюда. Ну а еще, если ты хочешь поиграть с друзьями, то ты выбираешь свободный сервер, копируешь, скидываешь его друзьям и играешь. Мне кажется, все очень просто, и самое главное, Noon Prime. То есть игра полностью бесплатная, мы на этой игре не зарабатываем вообще. Возможно, в течение недели мы опубликуем продажу шапок, но это все в будущем, пока что мы никак не зарабатываем. Сейчас наша задача как можно больше людей завлечь на наш проект, и этот режим помогает это сделать. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшний ролик тебя заинтересует. Если что, сегодня вы увидите, как это все работает изнутри, когда я буду играть вместе с ребятами из Freak Squad. Спасибо большое Бустеру за то, что он решил постримить эту игру. Он помог нам сделать этот режим еще популярнее, поэтому респект. Ну а сейчас, я думаю, что можно начинать. И если ты хочешь видеть такие ролики еще, то, пожалуйста, поставь ты гребаный лайк. И если будет много лайков, реально очевидно, то я буду делать такие катки с стримерами, ютуберами часто. И надеюсь, вас это будет интересовать. Это Among Us CSGO. Необычный Among Us, такой снимать я готов. Тем более на Сабершоке. Поэтому мы приступаем. Let's go, катка. Так, смотрите, молодые люди, игра только что началась. В составе Пока, Строка, Пчелкин, Лилу Мами, Крис Вейв, Бустер, Квикантик, Зарки, Финаргот. Легендарная пати. Очень рандомно получилось. Бустер написал насчет записи этого ролика. Я сразу же согласился. Такое лютое совпадение. Это очень круто, спасибо Бустеру. Включили саботаж на электричество. Нужно пойти исправить его. То, куда нам нужно идти, чтобы исправить, у вас отмечается на карте красным. Подходите и зажимаете кнопку, и начинается загрузка. Все, готово. Ищем новое задание. Кстати, вот камеры, вы можете смотреть. Так. Медпункт, реактор, навигация. О, красный убил. Я лечу и говорить об этом. Убил красный. Все, давай. Ребят, слышите? Ребят. Я видел на камерах, как убил красный. Красный импостер, первый это есть. Нахуй красного, блядь! Посмотрите на красного и нажмите на него левой кнопкой. Блять, тут еще и камеры есть, охуеть. Да, тут все есть, ебанус. Я проголосую. Так, ну в целом пока что все хорошо, у нас один остался импостер, я пока никого не видел. Я, наверное, снова на камеру пойду, но на самом деле они пока плохо играют и, по сути, на камерах очень легко спалить. Меня убили. Вас убил Крис Вейв. Черт. Ну, в целом, ладно, пока нормально. Кстати, если вы умерли, то вы можете летать и выполнять задания. Поэтому я сейчас этим буду заниматься. Утечка сковорода через 4 секунды, никто не раздефает это? Да ладно. Что, блядь? Ребят, а саботаж, понял, саботаж. Как просто нажать надо? Я выиграла! Да, нужно было подойти там. Блядь, да. Там такие задания. Блядь, понимаешь, ощущение, как будто заново в Among Us учится играть. Да. Так, ну что ж, новая игра. Я член экипажа, к сожалению, еще раз. Не везет мне быть импостером. Так, вот оно задание. Самое легкое задание, понятное дело, оно. Но и без легких нельзя, потому что должен быть контраст, легкое, тяжелое. Выполняем сейчас исправление электричества. И у нас все хорошо. Хорошо. Так, ну это вообще этот забег, кто это такой? Ребят, я увидел при мне на камерах чел убил. То есть не на камерах, а именно в камере. Потом Квикантик отошел, и я отошел, и вот убили вот этого чела. Не-не, Квикантик это первый импостер, чтоб...
Постой, Хантик, ты нашел? Какой Хантик первый импостер? Я пошел за камеру, посмотрел. Нет, он ушел сразу, Здорово, Спирма, кого хуярим, блядь? Короче, убирайте Зарка, он убил при мне чела. Ты гонишь, я уже ушел. На двоих же сразу. Не, первый, боже, что такой прямолинейный, бывает. Этот, я голосовал за Наташу, извините. Я за Зарка, я за Зарка. Короче, нахуй Зарка. Да почему я-то? Да пизду тебя, блядь. Я уже отошел, ты не понимаешь? Он просто меня обвиняет, просто так. Ты думаешь? Не, нет, это не я так. Я серьезно говорю. За коричневого, коричневого. На меня просто шел гонит, и все меня голосуют. Не, я проголосовал за ролик. Так, все, остался еще один. Остался еще один. О! Верхний двигатель нашел труп зеленого. Я не видел там никого. Ты видел меня тут? А зеленый, в смысле, он стоит живой? Не-не, это... Не двигатель, туда Кристин нашла, я видел. Зеленый Пчелкин умер, а... И, ну и ты там был. Это, ну, а этот, да, присвоив Салатова. Ты, наоборот, вообще куда-то вверх пошла. Но мне кажется, это не шок, потому что чинил со мной эту хуйню. А я видел, как Пока квест сделал. То есть Пока 100% не трейдер. Вот, давайте проверим. Кристина пошла на верхний двигатель. Да, Кристина выгоняем, да? Почему меня? Почему? Я с Пока с самого начала бегаю. И в итоге меня... Не, ну вообще, да, она бы меня ёбнула. Скип. А! Саботаж электричества. Блин, надеюсь, меня сейчас не убьет. Да, давай рофлить. Опять она! Опять она! Давайте, рассказывайте. Рассказывай. Это хуй-хантик. Какой хуй-хантик? Блядь, закрой рот. Чё, хуй-хантик? Или бустер? Или бустер? Не-не-не, бордерс. А это, Крис, это Крис Вейв, короче. Я видела, как черный бегал вместе. Тихо. У нас два трейдера. Тихо, Крис Вейв, ты где сейчас была? Короче, я доверяю после Наташи, мы вместе зашли в электрик. И там Хатик зарепортил труп на Элке, но кто-то посъебался по винтам. Это, стоп, скорее всего, это не я, это не я. Стоп, где ты была на момент? Не я. К этой штуке, которая моргала. Пиздит! Короче, я за Крис Вейв. Я потому что видел, как она забежала ко мне. Поймали Крис Вейв. Это 100% не. Это 100% не Наташа. И это или Хантик, или бустер. Я доверяю Крис, потому что она два раунда подряд со мной бегала. Это они просто замешались в эту хуйню. Голосуем за бустера. Какой мудак? Какой мудаки, блядь? Голосуем за бустера. Ты что, начал? Ты что, трейдер, сука? Голосуем за бустера. Не голосуйте. Я, короче, я проебал. Либо синий, либо зеленый цвет забежал ко мне, в то время как я скачал файлы, я услышал, что труп падает. Я отвечаю, ты Крис, блядь, доверьте, скикайте ее, потом меня, блядь. Вы игру въебали, бля. Я сейчас сразу нажму, блядь, кикайте Крис, потом кикайте меня. Пожалуйста, блядь, послушайте меня, это, блядь, Крис Вейв. Мы сейчас игру 2-2 проебали уже, смысл вообще скипаем, боты, скипаем. Какой? Сейчас 3-1, сейчас 3-1, нет смысла сейчас голосовать, потому что... Это Крис Вейв, это Крис Вейв. Да нет смысла кикать. Да смысла нет. Дурачка косит. Да какой, блядь, дурак, блядь! Это Крис... Он сначала подсосался к Поке. Нет, скипаем, скипаем, скип. Да, это 100% слава, можно его даже кикнуть. Я бы проголосовал за скип, потому что аргументы такие. Понятно, это Пока, бля, один сухо, значит. Это хуйня. Нет, какая-то. Это вы ебанулись, бля? Вы что несете нахуй? Все, ты довоебался, кикаем Слава, мне похуй. Вы вообще тут ебанутый, бля. Кикаем Слава, забейте это Слава. Бля, довоебался Слава, ага, понятно. Я не знаю, ничего, трейтеры, бля, что это за хуйня? Уебище, бля, ебаные ссаные, бля. Вы ебанулись, бля. Нажмите на голосование. Вы ебанулись нахуй в край, бля. Нет, два квеста осталось, уебище, тупорылые, бля. Кристина, нажми, да. Здесь прекрасные игроки есть, суки, ебучие, блядь. Слава, до сих пор Крис Вейв, да? Кристина, да я говорю Крис Вейв, суки, вы, блядь, сраные, блядь, хуй вы мне не верите, блядь. Короче, понятно, Слава. Да ладно, бустера кикнули. Бустер, ты можешь общаться здесь, тебя не слышно. Блядь, они чё, мудаки, кто трейтер? Тут не слышно? Я не могу тебе сказать. Кто... Бля, Пока... Пока влюбился в Крис Вейв, нахуй, вообще нихуя не соображает. Вы запудрили мне мозги, девушки, блядь, мадемуазели, простите, пожалуйста. Это кто, блядь? Охуеть, а почему это я? Стоп, а если это Наташа все это время просто никого не вбила? Так я тоже с Пока бегала вначале, чё, это не аргумент. Ой, блядь. Так это не аргумент, Наташа. Ой, блядь, господи. Так я доверяю тебе, Кристине, но Кристине не доверяю только по одному пункту. Вначале, когда я стоп. Вся игра находится в столовой. Чего это такое? Ну не пошла, сними. Ладно, голосуем за Крис Вейв. Спасибо, Пока. Пожалуйста, хоть бы мы выиграли.
Изи, блядь. Гондонский сапог. Блядь, ты долбоёб, Боже, тебе реально голову Крисвэп скружило или чё, блядь? Кип, ты под градусом пизды, блядь! Я тебе говорю, блядь! Послушай меня! Прости, Слава, прости, пожалуйста. Прости, Слава! Ты меня за что кикнул? Хули вы ему верите, блядь, вовсе, сука! Шока, ты можешь подкручивать трейдера? Не-не-не, подкручивать не могу. А какой процент выпадения трейдера? О, предатель. Как и в Амангайсе. Ну, 2 из 10. Так, чтобы выиграть игру, нам нужно... Тебя слышно. Ай-яй-яй! Черт. Ну все, я люто спалился. И сейчас моя задача это быть очень хорошим. Быть очень хорошим. Очень хорошим надо быть сейчас. Это что? Это что было? Красный. Подожди. Только что при мне бустера на У2 ёбну. Просто при мне, нахуй. Да, расскажешь папе, маме, готовы разведывать. Подожди, а У2 кто чинил, блядь, еблан? Я! Не-не, Кьюхантик, ну здесь явно был. Ты пробегаешь, просто убиваешь. Это что за прикол вообще? Прикольно. Красно. Есть такое предположение по незамученному микрофону Шока, который сказал, чтобы нам выиграть, нам нужно сделать вот это, и включается саботаж. Я видео снимаю. Да-да, поэтому я могу предположить, что Шок... Да мне нужно хоть что-то говорить! Да не, сначала Хантика выведите и все. Я ебал, я даже не понимаю, кто мой, блядь! Он подсвечивается, твой тиммейт подсвечивается. Ты был подсвечен! В смысле, я был подсвечен. Ага! Да, у нас подсвечивается, кстати, импост. Куда вкидываешь, блядь? Так, он спалил сейчас. Все, голосуем за Красного. Он говорит, я был подсвечен, будто я его тиммейт. Он уже признался, все, давайте выводите его нафиг. Теперь, я думаю, можно Шока кикнуть. На гильотину его давайте. Он только что признался про поку, ты рофлишь? Он только что сказал, что он подсвечивает. Про себя. Да, просто Красного проголосуйте, все наведите на него мышкой. Он сказал, ты подсвечивался, я поэтому и убил тебя. Ну проголосуйте, пожалуйста. Как меня это раздражает, фак, зачем я говорил микрофон грёбаный? Так, все, они за мной охотятся, они сейчас будут за мной охотиться очень-очень жестко. Это что? Давайте. У меня тоже не было задания этого, да. Какое задание? Какое задание? Ну вот этот вот справа от нас сзади, посмотрите на Wi-Fi. Пчелка, у нас все задания, которые на карте, они все работают. Они все у всех разные, они у всех разные. Наташа, поняла? Как и в игре. Да, мы же делали полную копию. А, ясно. Но уже поздно. А за что ты кикаешь мне? За то, что я выполнил задание? Скип. Давайте остальные скип. Ну я скип. Цепи. Черт! Если мы сейчас победим, это будет идеально. Если бы не спалился в Дискорде, это было бы получше. Так, ну все. Импостер, к сожалению, не твой сегодня день. А ты что пришел сюда? Желтый строго. Я могу сказать то, что это не Шок, потому что он починил. Я, да, и ты прибежал. Вроде строго тоже чист. Но это так, чист. Да скипайте. Ну, в общем, это не зеленый точно, мы с ним были. Ну, это интересная катка, тут уже спорный момент. Мы никого не кикнули еще. У нас нет предположения, кто импостер, это интересно. Так, ну, по сути, сейчас шансы у нас есть выиграть. Ей нужно сделать 2 килла. На электричестве. Кто это? Не на электричестве, кто это? Кто это? Я не знаю. Эдгинсуха. Смотрите, Эдгинсуха. Я с тобой была. Ты же добежала ко мне оттуда, где труп ёбнулся. Понял, всем похуй. Так, подождите, Зарк запустил голосование. Ты говори. Да, да, я труп увидел. Вот вы меня слушаете, я бежал вниз, ну, электричество чинить. И вот, знаете, между двигателем нижним и между электричеством в коридоре труп был. Кто? Кто по-твоему, Генсуха, хорошо? Я не знаю, я бегала со всеми. Я вообще подумала, что Пчелкин. Пчелкина нет, оказывается. Пацаны, бустер там, нет, кто-нибудь. Нет, смотрите, это либо Генсуха, либо Зарк. Два варианта, 100%. Это я прям не сомневаюсь. Наташа, то есть это не ты, да, получается, Наташа? Нет, просто бегали, я все выполнил как задание, уже раунд. Я просто шароебился, бегал, смотрел, кто что делает. И вот бежал на электричество. Я честно не знаю. Бля.
Генсуха, это Генсуха, она при мне только что ёбнула Славу. Шок. Вот я отошел сразу, там убежали сейчас на О2, она просто взяла и ёбнула Славу. Бля, Зарк бывал и пиздобол, блин. Я типа у электричества за стенкой специально, ну, зашифтил, и она, видимо, меня не увидела и ёбнула просто. Хорошо, теперь послушай меня, Шок, смотри, я бежала весь... Почти весь раунд, даже не почти, весь раунд я бежала за Славу. Он, блядь, носился как от меня, как угорелый. И потом только ты к нам немножко подбежал, я бегу на саботаж, оставляю Славу наедине с тобой, и все. И ты репортишь труп. Короче, я честно, Зарк, ты странно защищаешься. Ты также защищался, когда был импостером, и сейчас защищаешься. Ладно, в общем, я рискну поверить, что все-таки Наташа импостер и кикает. Нет! Ай, какой противный Зарк. Блять, меня молекула пиздобум, блять. Противный Зарк, говорю. Противный уебан. Хорош. Противный. Молодцы. Ладно, спасибо всем за игру, ребят. Давай, Серега, заходи. Бустер, спасибо большое. Спасибо тебе, Шок. Пацаны, сейчас, Шок, пока ты здесь. Спасибо, это охуенно. Пока ты здесь, хочу тебе респектнуть за создание вот этого, блять. Гениально. Ты красавчик, братан. Ты красавчик, пацаны. Ладно, спасибо за игру. Было очень приятно. Спасибо большое. Удачи, пока-пока. Спасибо. Надеюсь, что вам понравилось, что вы сейчас увидели, это Among Us гребаный в CSGO. Если что, ссылка на Сабершок есть в описании, вы можете поиграть. А у нас с тобой был я, Шок. Большое спасибо моей команде Сабершока. Мы сделали реально большое дело. Я надеюсь, что это на самый маленький проект, который мы делали вместе. Ну а на этом все. Я надеюсь, что тебе понравился этот режим, понравился этот ролик. Если это так, то жду тебя, понятное дело, на Сабершоке. Ну а здесь не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Пока!